Девчонки, всем привет! Сегодня решила для вас снять видео о моих покупках, которые совершала в Магнит Косметик и в магазинах шаговой доступности. Если вам интересно узнать, что это были за покупочки, я, конечно же, вас приглашаю к просмотру и начнем. Девочки, начну я, наверное, с магазина Магнит Косметик. Я как-нибудь для вас делаю свой обзор, может быть, в Инстаграме, может быть, вообще сделаю, сниму отдельное видео, не знаю, как-то меня муза посетит, о своей восковой эпиляции. Я в этот раз купила полосочки Wax Strips Beauty Formula. Они продаются только в Магнит Косметик, но они тут и прописано, что они только для магазина косметик. Они стоят в районе где-то 250 рублей, если я ошибаюсь, поправьте. И следующие полоски, которые я взяла в этом магазине, это были Deep Depil от Florissant, тоже восковые полоски. Девочки, я вообще как бы с бритвами не дружу. Я дружу вот именно по удалению волосиков, это вот с восковой эпиляцией, либо что-то вот, что-то подобное. Могу вам сказать так. Взяла я их для сравнения. Мне было интересно узнать, чем же отличаются 100-рублевые от 250-рублевые восковые полоски. Наверное, у меня наступил какой-то период, я не знаю, там, как его назвать правильно, период интереса к этой продукции. Начну с того, что вот эти вот полосочки, они идут, во-первых, в индивидуальной упаковочке, вот такой вот, знаете. И все, здесь больше ничего нет, то есть только восковые полосочки за 250 рублей. Ну, естественно, воск такой, знаете, вроде бы кажется качественно, сама полосочка такая более-менее тоже кажется качественная. И все. Удаление волосиков, я хочу вам сказать, у него такое-то, ну, как вы поняли, я уже им воспользовалась. Такое у него, среднячковое. И следующий продукт, когда я пришла домой, его распечатала, у меня, знаете, было такое удивление. 250-рублевая упаковка, тут содержатся просто восковые полоски. А здесь содержатся и восковые полосочки, и крем после депиляции фирмы Florissant. Тоже идет для чувствительной кожи с ромашкой. Здесь немножечко они такие, чуток похуже эти восковые полоски. Тут немножечко поменьше, кажется, воска. Ну, я так визуально могу вам сказать. Что они из себя представляют, сказать вам не могу. И идут они без какой-либо индивидуальной упаковки. Просто закинуты так вот полосочки и сверху кремушек. Но за 100 рублей, мне кажется, в принципе, неплохо. Наверное, в Инстаграм сделаю обзор на качество данных полосочек. Так, у меня парни опять воюют. И, конечно, чтобы не пропустить и вообще узнать мнение о них, заглядывайте почаще в мой Инстаграм и подписывайтесь, не забывайте там. Вот, это была вот такая покупочка у меня для красоты ножек. Следующее, что я купила, перепрыгнула на своего супруга, я взяла ему пену для бритья, точнее гель для бритья от Gillette MAC 3 для чувствительной кожи. Неплохой гель, я вам хочу сказать, у него приятный. Достаточно приятный такой аромат, не резкий, муж его уже воспользовался, сказал, очень даже неплохая пена. Вот, следующее, что я взяла для своего супруга, это был уход уже за телом, это был дезодорант и гель для душа, я вообще больная по гелям для душа, от фирмы Adidas. Мне очень сильно понравился запах, он не ментоловый, он более такой, знаете, цитрусовый, приятный. Муж тоже, в принципе, оказался им доволен. Хороший дезодорант, сказал, неплохо защищает. Девочки, можно покупать. Неплохой, мальчиками одобрено. Следующее, что хочу вам показать, это будет покупка для моего малыша. Это шампунь для волос. Как я уже говорила, в пустых баночках. У нас у всей семьи чувствительная кожа, и ребенок не оказался исключением. И для него я беру шампунь детский от производителя «Наша мама». Он идет гипоаллергенный, с экстрактом черды, ромашки, календулы и пантенолом. Хороший шампунь, который действительно хорошо очищает детские волосики, они мягкие, у ребенка нет никакой аллергии, шампунь не щиплет глазки, одно удовольствие, и даже как-то я им один раз пользовалась. Мне понравилось, девочки, у кого у ребятёшек чувствительная кожа, есть склонность к высыпаниям, парни опять воюют, играют.
пожалуйста, присмотритесь, если стоит это что-то вот. Но сейчас я его взяла, по-моему, в районе 150 рублей. Но все же, в принципе, неплохой шампунь. И на детках экономить не стоит, если хороший шампунчик. Следующее, что я взяла для ребенка, это был... Два сына? Нет. Что такое? Что такое? Что там? Работа. А, вот, нет, давай попозже, хорошо? Для ребенка я взяла детскую гелевую пасту. Первый раз ее взяла со вкусом апельсина. Срок годности у нее идет после вскрытия 6 месяцев. Вроде 9 месяцев. Объем 75 мл. Уже попробовали почистить зубики ребенку. Хочу вам сказать, девочки, термоядерный апельсиновый аромат. Просто сумасшедший какой-то. Ну, не знаю, скорее всего, я вернусь к той пасте, которую мы покупали. Стоила она что-то в районе 200 рублей. Но это, знаете, такая вот паста, ну, не для двухлетнего ребенка, потому что ребенок мой не понял, что это за продукты. Следующее, это уже продукты для меня любимые. Начну с лица. Взяла на пробу гарнир, точнее взяла не я, а взял мой ребенок. Он просто подошел к корнеру фирмы Гарниер и уронил данную продукцию. И в связи с тем, что он ее уронил, немножечко повредилась упаковка, мне пришлось ее выкупать. Но я нисколько не разочаровалась, потому что этот продукт меня приятно удивил. Несмотря на то, что он стоит 350 рублей, здесь содержится салициловая кислота 2%. И действительно подсушивает прыщички. И если проходите по ссылочке, я оставлю в инфобоксе уход за лицом бюджетный. Там я подробно рассказываю, как я им пользуюсь. Девочки, ну, мне правда понравился. И если у вас нет возможности взять что-то более дорогое, и там у вас есть проблемы там, какие-то вот с кожей, да, и не то, что даже есть возможности где-то что-то более дорогое купить, а если вот, ну, нет возможности доехать, ну, множество ситуаций, да, присмотритесь, правда, неплохой продукт. Он такой достаточно жидковатый, и у него, знаете, такой какой-то непонятный специфический аромат. Аптечный, что-то спиртовое, не спиртовое, я не могу понять. Но здесь также имеется удобная щеточка, которой можно деликатно очищать, вспенивать данный продукт. Я оказалась им довольна, так что, девочки, присмотритесь. Вполне даже очень неплохо. Следующее, что я взяла себе, это была масочка для лица от Organic Shop. Увлажняющая макадамска, содержит алоэ, бамбук и экстракт иланга. Макаданская алоэ. Неплохая маска, которая увлажняет. Увлажняет она на четверочку. Мне нравится, как она работает, в принципе, для своей цены. Взяла я что-то в районе, по-моему, 100 рублей. Неплохая маска, наверное, скорее всего, я буду повторять и повторять данную продукцию, потому что увлажняющие маски, несмотря на то, что вы даже боретесь с прыщами, с черными точками, с жирным блеском на лице, все, что чем угодно, увлажнять кожу нужно, и я просто приверженец этого. И поэтому в моем арсенале всегда должна быть какая-то увлажняющая маска. В этот раз это была вот именно от Organic Shop. Решила попробовать что-то более натуральное. Да. Следующее, что хочу показать, это будет у нас масла для волос. Это от фирмы Кара, масло репейное и масло репейное с экстрактом красного перца. Стоили они в районе 50 рублей. Я их не пользовала еще ими, не знаю, вроде бы состав неплохой, вроде бы действительно экстракт масляный репейника, не знаю, посмотрим. В пустых баночках, конечно, оставлю свой отзыв о них, но мне кажется, что питать волосики нужно, и масла нам в этом помогают. Так что вот такая была покупочка у меня для волос. Следующее, что хочу вам показать, это абсолютно бюджетный жидкость для снятия лака. Дамские пальчики. Вообще не зацикливаюсь. Раньше брала все время Sally Hansen, но потом, когда цена у Sally Hansen поднялась, я поняла, что как бы, почему бы не воспользоваться чем-то более бюджетным. Это что-то стоит в районе 30 рублей. Меня устраивает, в принципе, обычное, так же, как и любое другое средство для очищения ногтей от лака. И следующее, то, что я взяла в преддверии того, что скоро будет лето, пляжный сезон. И, конечно же, нужно приводить себя в порядок, делать кожу более ровной, стройнее.
я взяла себе попробовать крем Гель Фитнес от Флоресан. Он активный сжигатель жира, уменьшает объемы подкожно-жировой клетчатки. Он, по-моему, как здесь производитель говорит, он немножечко охлаждает. Запах у него идет, как у всей косметики Флоресан, такой, знаете, какой-то свой особенный. Не знаю, девочки, скорее всего, в Инстаграм либо в пустых баночках оставлю свой отзыв, либо, может быть, я сниму отзыв о моем уходе и подготовкой к лету, как я избавляюсь от целлюлита, либо пытаюсь, чтобы его не было, девочки. Я оставлю свой отзыв. Но так, начитавшись отзывов, прочитавши кучу сайтов отзывиков, многие девочки его хвалят, и также YouTube говорит о том, что, в принципе, неплохой продукт, и я, в общем, под давлением всего этого решила взять и бороться со всем своим несовершенством. Это были все мои покупки, я надеюсь, вы для себя что-то тоже подчеркнули, может быть, зачем-то вы пойдете покупать, может быть, вы смените уход за лицом. И да, девочки, это были все мои покупки, я надеюсь, вам данное видео понравилось. Если да, конечно, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. А я вам желаю хороших скидок, выгодных покупок. Я желаю вам больше нежности, любви. Конечно, берегите себя и своих близких. А с вами была ваша Ира. Всех люблю, целую. До новых видео. Всем пока-пока.